Я купил GPS-навигатор, пишет она, хотя я езжу только на работу и обратно, и с закрытыми глазами могу ездить, но у всех есть, у меня нет. Готово? Я набрала в первый же день адрес. Готово? Точно? Он меня, это, как она пишет, это китайское фуфло, привезло меня на кладбище и еще сказало, ваш путь окончен.